Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня я хочу с вами поделиться одним маленьким секретом, если это так можно выразиться, как нам получить новую, молодую, здоровую поросль малины, не травмируя свои старые кусты, не покупая какие-то новые саженцы, если вас ваша малина по всем своим характеристикам устраивает. То я вам покажу такую колонну малины. Это у нас новая малина. Такая, можно посмотреть, что очень она крепкая. Вся уже на цвету. Везде, в каждом практически веточке уже завязываются все новые и новые бутоны. И смотрите, основной малинник у нас вот он. То есть вот это вот основная малина. И эту поросль мы получили. То есть корни малины, они проходят очень далеко. Они проходят у нас под землей. И вот здесь у нас когда-то были посажены цветы. Земля, соответственно, здесь хорошо перекапывалась. И в связи с этим, именно то, что земля рыхлая, корни малины прошли сюда и дали молодую, крепкую, здоровую поросль малины. И при этом мы, соответственно, не травмировали свои старые посадки и получили новую, такую здоровую малину, которая уже в этом году должна дать хороший урожай. Покажу еще вам в другом месте у нас тоже такая же малина. Это все наш малинник большой. Вот здесь можете тоже заметить. Вот здесь какая крепкая. Толстые такие ветки малины. И тоже вот в каждом, на каждой уже веточке все новые и новые цветочки. И тоже смотрите, вот здесь основной малинник, вот он. Корни малины прошли глубоко вот здесь под землей. И здесь у нас клумба. И выросла такая просто обалденная малина. И при этом мы не травмировали старые кусты. Та малина, которая у нас растет не на перекопанной земле, видите, она какая маленькая. Она совсем малютка. Здесь тоже можете заметить. Тоже идет поросль, но она не такая крепкая. А вот именно на перекопанной земле очень такая она хорошая. Просто замечательная малина. И, соответственно, нам будет гарантирован хороший урожай. Поэтому, если кому понравился такой маленький эксперимент, наблюдение, можете попробовать, если у вас есть свободное место рядом с вашим малинником, и проведите такую же процедуру, именно взрыхлите рядом почву. Я думаю, что у вас тоже вырастет такая замечательная малина. Ну а всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости, и пока-пока. До новых встреч!